Vivian Sabo. Больно рисовать, не очень мягко получается. Вау! Печенька для самой нежной, только не кусай. Это где сделано? Дорогие, это сделано в Корее. Всем привет, дорогие! Это Кёна. Сегодня я буду делать макияж с российской декоративной косметикой. Обычно я пользуюсь корейской декоративной косметикой. Сейчас у меня без макияжа. Я очень темненькая, да? У меня есть некоторые российские косметики. Вот такие очень милые штуки. Не могу. Это от Beauty Bomb. Romanova Makeup. Это я в Москве купила. Это тоже Beauty Bomb. Еще Vivian Sabo. Это французская компания. Так, тогда все, начинаем. Первый кушон. К сожалению, у меня нет тонального крема из российской косметики, поэтому буду пользоваться. Это корейская косметика. Выглядит вот так. В Корее сейчас пользуемся очень интересным способом. Так, берем здесь и вертикально положим на лице. Теперь будем делать пудрой. Romanova Makeup. Здесь написано Sexy Nude Powder. Где это сделано? О, это сделано в Италии. Вот. Но немножко тон светлый для меня. Текстура более легкая, чем обычной корейской пудры. Вау. Просто будем печатать, чтобы убрать жирный блеск. В Корее любим такой-то сияющая кожа, а в СНГ странах больше матовый макияж предпочитают. Вау, необычно. Давайте тогда сделаем румяну, тоже из Romanova Makeup, Shiny Peach, сияющий персик, очень яркий. В Корее больше популярна такой пудра, это как кремовый тип. Давайте тогда потестируем. О, твердый и очень ярко получается. О, как это делать? Так, где яблоки? О, мне кажется, достаточно нежно получается, не совсем ярко. Только я думаю, нужно хорошо контролировать объем. Посмотрите. Вот цвет мне очень нравится. Это прямо как корейский стиль. Кореянки очень любят такой цвет. Такая кремовая румяна, большая. В Корее не очень часто пользуемся. Но цвет просто очень нравится. Это где сделано? Дорогие, это сделано в Корее. Поэтому мне так нравится этот цвет. Насколько я знаю, Romanova Makeup это сделано российский визажист в Москве. Это очень приятно. Спасибо. Beauty Bomb. Моя подружка подарила мне печенька для самой нежной, только не кусай. Еще есть очень яркие тени. Вау. Я не могу пользоваться, потому что, ой, так, о, в Корее не часто пользуемся. Очень-очень розовые. Розовые, посмотрите. Так, где это сделано? А, это сделано в Китае и, наверное, продается в России. Ах, как сказать, я не попробовала таким ярким цветом, поэтому я не знаю, как красить. Вау, кисточка совсем желтой стала. Я очень желтой выгляжу. Я думаю, надо добавить немножко коричневый цвет. Вот. О, это хорошо подойдет. Текстура и как размер частицы, это как в Корее. А в конце немножко добавим темный цвет. Здесь в конце. И, дорогие, у нас есть отличный цвет для подушки под глазами. В Корее это обязательно. Вот это сияющий цвет, как пудра, глиттер. Так, уливаемся. Подушка под глазами. Прикольно. Давайте тогда сделаем нос и контур. Этот цвет пахнет тоже как шоколад. Контур тоже сделала. А, наверное, это не российская марка, а из Бельгии. Так как здесь написано highlighter. О, это прямо как цвет тонального крема. Вот это немножко светлый, а вот этот тон мне подойдет. Я буду делать руками немножко. О, натурально получается корейцам
точно понравится такой хайлайтер. Так, как в Корее делаем? Мы делаем лоб немножко. Моя кожа сияет. Как они сделали хайлайтер прямо как тональный крем? Кто пользовалась, напишите, пожалуйста, скажите. Тогда это тоже Романова. Вот, Made in EU. В Европе сделано. Давайте потестируем. Больно рисовать. И как сказать, не очень мягко получается. Да. Не рисуется. Они ти ан наджано? Ти ан наджи? Буди? Они специально сделали, ну, я думаю, не вижу разницу. О, чем данный? Деге, 근데 자연스럽다. Когда я рисовала на руке, больно и некрасиво получилось, но на брови это очень натурально. О, видите разницу здесь и здесь? Почти как свои брови. Даже просто вот так рисую, очень натурально получается. 너무 좋은데? 라스트 시바이오스 딱. 나 어때? 눈썹 어때? 자연스러워. 되게 자연스럽지? 되게 생각보다 예뻐. Для начинающих тоже легко можно пользоваться. Пробуйте. Это карандаш. Советую. Так, дорогие, тогда это попробуем. Vivian Sabo. Это прямо как обычная подводка. В Париже они сделали. Тестируем, насколько хорошо держается. В Корее обычно тут 3 секунды ждем. 1, 2, 3. И посмотрим, как он хорошо остается на коже. Ну, точнее, на глаз. Вообще, очень четко остается. Это значит, кореянки любят. Красим. Вау. Вау. Почему все косметики такая хорошая? За один раз у меня глаза четко стало. Это честно. В Корее очень хорошо делают уходовую косметику, но декоративная косметика еще надо стараться. Кисточка тоже очень удобно рисовать. И давайте добавим с коричневым цветом, чтобы натурально выглядело с линией подводки. Это коллаборация Лиса с Vivian Sabo. Очень красивый цвет. Так, сначала. Ту-ду-ду-ду, наконец. Объемно делают ресницы. Дорогие, посмотрите. Сразу длиннее. Что за эта тушь? Если плохо, я могу говорить плохо, но это слишком хорошо. Теперь понимаю, почему у девушки в СНГ странах такие длинные. О, что я заметила? Это в СНГ странах такие карандаши для губ пользуются. Это сделано в Германии. Я честно не рисую линию губы. Посмотрим. И такой нюдовый цвет не очень часто пользуемся, а в Корее больше какой-то персиковый или коралл такой предпочитаем. Ну, давайте тогда рисуем с карандашом. Не знаю, даже я не хорошо рисую, ничего не говорите. Как это рисовать? Ну что-то форма губы есть. Просто в Корее не любят такой-то пухленный, объемный губы. Поэтому стараемся как меньше и натуральнее делать. Это тоже Vivian Sabo. Вишня. Пахнет вишней. Это не корейский цвет. Пахнет хорошо и хочется кушать, но такой нюдовый цвет. Я не могу сказать, мне нравится или не нравится. Прямо просто как мои губы. Все равно мне нужно добавить какой-то цвет. Очень розовый. С другой стороны кисточка. Короче, дорогие, мне больше нравятся корейские тинты помады. А еще есть такой милый конфет. Beauty Bomb. О, это так мило. Здесь есть глиттер. Вау. Видите мои губы? Здесь глиттер есть. Первый раз. Все закончилось, тогда я уберу и вернусь.
Та-дам, дорогие, вот так получилось макияж с российской косметикой. Мне кажется, что-то отличается от корейской косметики и корейского макияжа. Скажите, пожалуйста, как получилось макияж? Напишите в комментариях.